Приветствую вас, друзья! Времена сейчас в плане экономики довольно тяжелые. Рубль стремительно обесценивается, а Центробанк запрещает покупать иностранную валюту. И на этом фоне покупка крипты или хотя бы USDT может оказаться отличной возможностью сохранить свои сбережения во время кризиса. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о простом и надежном способе купить криптовалюту за фиат. Предоставляет его криптобиржа Probit. Это популярная международная криптобиржа, которая успешно работает на рынке уже много лет и постоянно радует пользователей не только высокой ликвидностью торгов, но и обилием других способов заработка, о которых я часто рассказываю на своем канале. А недавно на Probit появилась и новая функция – возможность прямой покупки криптовалюты через банковские карты Apple и Google Pay, используя для этого несколько десятков популярных фиатных валют. Способов покупки криптовалюты, конечно, существует много. Это различные обменники, peer-to-peer платформы и так далее. Но покупка на бирже зачастую является более удобной за счет того, что приобретенные монеты и токены сразу можно пустить в оборот и начать зарабатывать с их помощью. Теперь же давайте более подробно рассмотрим, как именно совершить покупку криптовалюты за фиат на бирже Probit Global. Первым делом вам, разумеется, надо будет создать аккаунт на бирже. Если у вас его еще нет, то лучше всего будет зарегистрироваться по моей реферальной ссылке в описании. Когда аккаунт создан, нужно будет пройти верификацию личности, которая на Probit является обязательной, ведь данная биржа работает в рамках закона. После этого можно переходить непосредственно к покупке криптовалюты. Для этого жмем кнопку «Buy Crypto». Тут в первой строчке выбираем фиатную валюту, которой мы будем оплачивать покупку. Вариантов имеется очень много. Из СНГ валют представлены и рубль, и гривна, и тенге. Далее выбираем интересующую нас криптовалюту. В данный момент на Probit есть возможность купить биткоин, эфир или USDT. Третьим шагом вводим необходимую сумму фиата, которую мы хотим потратить, и биржа автоматически рассчитает количество монет или токенов, которые мы получим за эту сумму. Если все устраивает, то жмем кнопку Buy. Следующим шагом нам надо будет выбрать платежного провайдера. В данный момент это только MoonPay, но в скором времени Probit обещает интегрировать и других платежных провайдеров. Когда выбор сделан, жмем кнопку Next. Ставим галочку о согласии с условиями и жмем Confirm. После этого нас перекинет на сайт платежного провайдера, где необходимо будет выполнить его инструкции, ввести свои платежные реквизиты и произвести оплату с карты Apple Pay или Google Pay, точно так же, как это происходит в любом другом интернет-магазине. И когда оплата завершена, то спустя некоторое время на обработку платежа и подтверждение транзакции купленная криптовалюта будет зачислена на ваш счет в Probit Global. Далее ее можно будет использовать для множества доступных способов заработка на Probit. Это торговать на спотовом рынке, использовать торговых ботов, покупать молодые токены на IEO или перспективные монеты по подписке Probit Exclusive, участвовать в различных торговых соревнованиях, стейкинг-активностях и прочих способов получения прибыли на Probit, о которых я часто рассказываю на своем канале. И кстати об активностях. Сейчас на бирже Probit как раз проходит одна выгодная акция. Дело в том, что в честь добавления новой возможности на Probit с покупкой крипты для фиат, команда биржи запустила специальную акцию сроком в одну неделю. В период с 9 по 15 марта купить криптовалюту на Probit через MoonPay можно будет с нулевой комиссией. Это действительно крутая инициатива, ведь обычно платежные провайдеры берут комиссию в 1 или 2% за сделку. И если вы, например, хотели затариться криптой по-крупному, то в ходе этой акции на Probit вы сможете неплохо так сэкономить на комиссиях. Но я, разумеется, не призываю вас сразу же бежать и покупать криптовалюту. Это все-таки довольно рискованный вид инвестиций, поэтому перед этим обязательно взвесьте все риски и выделяйте на это дело только ту сумму, которую вам не жалко потерять. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока.